Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Vivo V21e, и сейчас я покажу вам, как перейти в режим Recovery. Итак, для этого мы отключаем телефон. И после его полного отключения зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости. Держим до появления логотипа, после появления логотипа отпускаем кнопочки, и здесь при помощи кнопок громкости мы передвигаемся, а при помощи кнопочки питания делаем выбор, выбираем Recovery Mode. И так мы попали в режим Recovery. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.